Помните передачу вот эта «Криминальная Россия. Современные хроники», да? Это где вот только в одной заставке тебе показывали плач ребенка, истерику матери и 6 трупов, да? Причем эта передача выходила по субботам в 4 часа дня. То есть мой тихий час прерывался, когда папа включал свой любимый НТВ, и там... Каково же было удивление оперативников, когда в трупе они опознали сына маньяка. На. И папа, кушать хочешь? Хочу стереть это из памяти, если можно. Потому что всю следующую неделю у меня вот эта музыка не выходила из головы, да? Мне все обычные вещи казались подозрительными. Сынок, передай, пожалуйста, ножик. Мальчик, тебе какой этаж? 15-й. И мне 15-й. Ванюша, звонила твоя классная руководительница. Каково же было удивление Ванюши, когда в 13 лет он снова обкакался, да?